Здравствуйте. А я хотел вас спросить, как вы считаете, власть достаточно усилий прикладывает, чтобы регулировать ситуацию? Это смешно. Ну это же тоже помощь какая-то. Какая? Вместе с лимонами, лимоны до сих пор вот там лежат. Это от него это пиар, это не помощь. А там, думаю, что люди все-таки власть пытается. Ну, посмотрим, что будет дальше. Спасибо. Вот улус, короче, еще могилку решил поставить. Я говорю, что лимоны вот там лежат, до сих пор их никто не помнит. Дебил кусок просто. А что это? Видите, мусор перекрыт. Извините, пожалуйста, а я журналист, хотел вас спросить, как вы считаете, достаточно ли усилий власть прикладывает, чтобы урегулировать ситуацию данную? Ну, вы знаете, судя по той информации, которая есть, вроде достаточно, но я думаю, что, наверное, нет. Ну, вы слышали, вчера привозили воду, лимоны для пострадавших. Ну, это, не хочу говорить плохое слово, а вот вашей прессы, который называется Тищенко. А что от него можно другого ожидать? Ну, вот песок, например, еще есть. А для чего это? Вчера не было. Вчера не было? Происходит. Вот видите, как хорошо. Вчера лимоны с водой, а сегодня песок уже есть. А для чего его назначение так далеко от того, где? А мне неизвестно, к сожалению. Я хотел у вас спросить. Я думал, вы здесь местные больше знаете, чем я. Достаточно ли усилий власть прикладывает для урегулирования ситуации? Вчера лимоны и вода были, сегодня вот песок есть. Уже, ну... Извините, а вы не скажете? Как вы считаете, достаточно ли усилий прикладывает власть, чтобы регулировать ситуацию данную? Вот вчера привозили лимоны с водой, сегодня вот песок привезли. Видите? Вот. Как вы считаете, этого достаточно? С избытком. Как вы считаете, достаточно усилий власть прикладывает для урегулирования этой ситуации? Ну вот, например, песок привезли, смотрите. Там вот палатки развернули. Вчера лимоны привозили. Но еще цемент и вода, и все получится. Я не слежу за этим. Не следите? Ну вот вчера привозили, например, лимоны пострадавшим с водой. Это было смешно. А вот сегодня песок, смотрите, появился. Я думаю, если бы они хотели бы что-то сделать, то... Да, хотя бы, может быть, какие-то квартиры поздавали бы людям, которые пострадали. Потому что их всех в интернат же отправили. То есть можно было как-то получше отнестись.